Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донскова. Сегодня у нас будет обзор новой ультрастойкой, ультракремовой помады 5 в 1 из серии Zwan компании Oriflame, которая вышла только в 15-м каталоге. И здесь у нас представлено 28 оттенков теплых, нейтральных и холодных. И у нас будет сейчас возможность попробовать все помады. Я постараюсь показать их все на губах. Не знаю, как выдержат мои губы. Если не получится, значит, остальные покажу на руке. Тест. Расскажу свои ощущения от помады. Ну, мне кажется, она уже мне понравилась. Я пробовала несколько оттенков. И начнем мы с холодных подтонов. Я больше чем уверена, что у каждой из вас есть разные помады под разную одежду, под разный гардероб. И нужно будет выбрать для себя те помады, которые вам больше всего понравятся. Сразу скажу, мой цветотип – это холодная зима, черные, темные такие волосы, белая кожа, голубые глаза. Может быть, помада, которая вам понравится на мне, вам не подойдет. Поэтому я в любом случае рекомендую сначала выписать пробники. Очень удобно то, что в каталоге под пробником, под кодом помады, сразу написан код пробника, и вы можете его совершенно спокойно выписать, попробовать, потестировать, посмотреть при разном освещении, при дневном, при таком вот искусственном освещении. И если вам эта помада нравится, вы чувствуете, что цвет прям идеально вам подходит, то заказывайте. И помните, что только в этом каталоге действует спецпредложение, если заказать любой оттенок помады, тушь 5 в 1, черную или коричневую, и любой оттенок тональной основы ультрастойкой, она будет на следующей страничке тоже, то весь набор получается всего лишь 499 рублей. Это, конечно, фантастическое предложение, но чтобы получить этот набор за 499 рублей, нужно из каталога сделать заказ еще на 990. То есть на каждые 990 один набор. Это так. На всякий случай. Ну что, поехали пробовать. Первый оттенок – пыльная роза. Его код 35169. Помада очень мягкая. Такой приятный цвет. Кстати, именно этот оттенок я себе заказала. Мне очень понравилось. И у меня в коллекции как раз не было такого холодного, приятного цвета. Если вам нравится, пишите в комментариях. Мы переходим к следующему. Следующий оттенок – это цветущий клевер. Его код 35170. Классный цвет, мне очень понравился. Кстати, он очень классно подойдет обладательницам голубых глаз. Потому что холодные цвета, и он такой яркий, усилит вот этот цвет глаз. А если еще в макияже будет синий, какие-нибудь или фиолетовые оттенки, будет очень красиво, просто супер. Переходим к следующему. Нежная фуксия 35173. Очень яркая. Уже такая прям вау-вау помада. Кстати, такие оттенки я больше предпочитаю все-таки летом, когда яркая одежда, сарафанчики, все такое, вот загорелая кожа, она будет смотреться вообще просто бомбически. Ну, интересный цвет. Выбирайте. Следующий. Яркая фуксия, код 35176. Но она действительно очень яркая, просто бомбическая. Я к таким цветам не привыкла, но, может быть, кому-то из вас именно такой цвет и нужен, поэтому обратите на меня внимание. Незабываемая фуксия. Следующий. Очень спелая клубника, тоже такой летний яркий аромат, код 35178. На губах, конечно, просто огонь-огонь. Мне понравилось, кстати. Я люблю такие яркие цвета, но я люблю их тоже летом. Следующий. Оттенок гранатовый сок, код 35182.
Вот это бомба, мне очень нравится. И мне, в принципе, идут яркие оттенки, а этот, он еще такой мягкий, благородный цвет. Я в восторге. А вам как? Следующая. Следующий оттенок мягкий, вишневый. И вот, наконец-то, я встретила любовь в своей жизни, код 35-175. Но вот, честное слово, на картинке я бы никогда не подумала, что это такой красивый, такой мягкий, такой нежный цвет. И я бы ее, конечно, заказала, если бы попробовала раньше. Но у меня все впереди. Обязательно закажу себе эту помаду. Просто супер. А вам как? Следующая. Следующий оттенок зимняя слива, код 35-187. И снова я ошиблась. Если бы я раньше попробовала эту помаду, я бы ее тоже заказала. Мне очень нравится цвет, такой мягкий, глубокий. В каталоге он, кстати, очень яркий и такой прям вызывающий. Здесь же я смотрю, такой красивый, такой мягкий оттенок. Обратите на нее внимание. А мы смотрим следующую помаду. Следующий оттенок черная смородина. Его код 35-185. Такие пошли тона уже по нарастающей, более темные, более активные. Но этот тон не на каждый день, однозначно он обязывает, но очень красиво, очень. Да? Следующий. Оттенок ночная фиалка 35-191. Но этот цвет просто на Хэллоуин. Я даже не могу ему еще придумать применение. По крайней мере, для меня это слишком экстравагантно. Поэтому я его быстренько стираю. Очень нежная роза. Код 35-166. Очень красивый, очень нежный оттенок. Все-таки люблю я такие тона. Классные, натуральные, естественные. Хотя на самом деле яркие помады смотрятся, конечно, эффектнее. Поехали дальше. Розовый пион 35-171. Классный оттенок, такой прям ух, огонь. Нежный. Я думала на самом деле, что он будет намного ярче, но он прям классный, классный. Помада «Солнечный коралл», код 35-179. Яркая, сочная, классная помада, просто огонь. Следующая. Алый, алый закат, код 35-181. Красивый, яркий, сочный цвет. Такой прям благородный, мне очень понравился, я даже не ожидала. Вот он действительно даже, я не знаю, нет слов. Вечерний красивый оттенок. Следующий. Следующий оттенок брусничный джем. Очень красивый цвет 35-174 его код. Мягко, красиво лежит на губах. Кстати, тоже мне очень понравился. Я даже не ожидала. Все, надо выписывать всегда пробники, прежде чем заказывать помаду. Следующий оттенок – красное вино. Его код 35-184. Тоже классный оттенок. Просто смотрю и не могу налюбоваться на свои губы. Надеюсь, вам тоже нравится. Следующий. Следующий оттенок шоколадный крем, код 35-188. Вот действительно шоколадный такой приятный оттенок. И у нас такой помады еще не было. Мне очень нравится. Зачастую женщины ищут такой цвет и не могут найти. Вот он у нас есть теперь. Еще один оттенок на Хэллоуин, сливовый тауп. Его код 35-189. Ну, без комментариев. Следующий. Карамельный беж, код
Код 35167. Карамелька такая прям вот с рыжим подтоном. Обратите внимание, что она именно прям вот в рыжинку идет. Я надеюсь, это видно на моих губах, но я прям очень хорошо это вижу. Переходим к следующей помаде. Розовое дерево, код 35168. Обалденно классный тон, он такой прям вот, мне кажется, для всех подойдет. Нейтральный, очень нежный. Кстати, это теплый подтон, но он все-таки, если в зависимости от того, какой контур для губ возьмете, в такую сторону он и будет как бы отдавать, да, вот этим тоном. Прям классный. Я не успела его заказать, к сожалению, уже не было на складе. Мне эта помада понравилась больше всех, честно. Дикая роза 35172. Такой классный оттенок. Тоже яркий, сочный. Следующая. Оттенок сочный малиновый, код 35177. Очень классный цвет. Мне понравился. Следующая. Очень крутой оттенок, карминный красный, 35183. Благородный, мягкий, нежный цвет, при этом очень яркий и насыщенный. Я в восторге. Следующий оттенок, который меня тоже покорил, это глубокий терракотовый, код 35186. Просто достойный, классный, эффектный, интересный цвет. Ну, у меня, кстати, такого нет в коллекции. Мне очень нравится. Следующая. У нас, кстати, осталась одна помада. Следующий оттенок ежевичный мусс. Тоже такой экстравагантный, яркий. 35190 его код. Вот, смотрите, как на губах. То есть такой фиолетовый, темный подтон. Ну, да, красиво. Многие пользуются такими помадами. А мы, в общем-то, с вами все закончили. А, и что я хочу сказать по факту? Нет одной помады, код 35180, красный апельсин. Ну, не знаю, ее просто нет у нас в коллекции, к сожалению. Я уверена, что тоже очень красивый будет яркий цвет. По поводу помад, я первый раз в жизни покрасила за короткий промежуток времени без остановки, красила и стирала 27 оттенков. При этом губы себя чувствуют очень хорошо. И я заметила, что когда я стирала помаду, то губы оставались яркими. То есть не до конца мне приходилось тщательно стирать, чтобы накрасить следующий оттенок. Вот, помада мне очень нравится, лежит на губах мягко. Прям вот чувствую легкость этой помады. Такие приятные, комфортные ощущения и увлажнение. То есть она мягенькая, такая кремовая. Ну а по поводу стойкости я пока не могу ничего сказать, потому что я в ней не ходила какое-то время, не тестировала. Но я думаю, что она будет классная. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что вам это помогло выбрать для себя оттенок. Мы сделали фото каждой помады и разместим их в нашей группе. Ссылка под видео. Заходите в группу, открывайте альбом фото и смотрите более внимательно. Рассмотреть можно будет на фотографии. Вот, с вас лайк. Комментарий, напишите, какая помада вам больше всего понравилась, может быть, 2 или 3 на мне, я потому что планирую пополнить коллекцию помад. И до новых встреч! С вами была Лилия Донскова, пока-пока!